Таиланд, известный своей яркой культурой и захватывающими дух пейзажами, хранит в себе секретное сокровище – традиционный тайский массаж. Эта древняя практика, передаваемая из поколения в поколение, это больше, чем просто массаж. Это целостное искусство исцеления. Основанный на древней мудрости и буддийских принципах, тайский массаж рассматривает тело как сеть энергетических линий. Воздействуя на определенные точки вдоль этих линий, называемых сен, терапевты стремятся снять блокировки и восстановить естественный поток энергии в теле. Представьте себе симфонию движений, где терапевт использует свои руки, большие пальцы, локти и даже ступни, чтобы мягко растягивать и сжимать ваше тело. Этот ритмичный танцевальный поток – вот что отличает тайский массаж. Это опыт, который выходит за рамки релаксации, оставляя вас бодрым и глубоко спокойным. Веками эта древняя практика оставалась тайной за стенами храмов, где монахи использовали ее для поддержания своего здоровья и хорошего самочувствия. Сегодня тайский массаж вышел за пределы страны, покорив мир своей терапевтической силой. От шумных городов до тихих прибрежных городков массажные салоны стали повсеместными, предлагая прикоснуться к целительной силе Таиланда. Традиционный тайский массаж, или Нуат Тай, как его называют местные жители, это сложная система исцеления, основанная на различных традициях. Его истоки можно проследить более 2500 лет назад. Он сочетает в себе древние индийские аюрведические принципы с китайской медициной и традиционными тайскими лечебными практиками. В отличие от массажа с маслом, который фокусируется на мышцах, тайский массаж работает со всем телом как с единой системой. Он включает в себя последовательность ассистирующих йога-подобных растяжек, точечного массажа и мягких покачиваний. Эти техники работают в гармонии, чтобы снять напряжение, улучшить гибкость и вызвать чувство глубокой релаксации. Представьте, что вас мягко проводят через серию растяжек. Ваше тело легко перетекает из одной позы в другую. Искусные прикосновения терапевта становятся продолжением вашего собственного тела, интуитивно работая над снятием зажимов и облегчением боли. Эта уникальная комбинация движений не только устраняет физические недуги, но и направлена на восстановление психического и эмоционального равновесия. В оживленном городе Паттайя тайский массаж приобретает свою собственную жизнь. Укоренившись в традициях, методы массажа здесь эволюционировали, включив в себя местные влияния и ориентируясь на разнообразную клиентуру. От плавных ритмичных движений северного стиля тайского массажа до более бодрящих южных техник, Паттайя предлагает спектр стилей на любой вкус. Одной из популярных техник, уникальных для Паттайи, является использование травяных компрессов. Эти небольшие нагретые мешочки с ароматическими травами прикладывают к определенным точкам тела, высвобождая их целебные свойства и способствуя глубокой релаксации. Сочетание тепла, давления и успокаивающего аромата трав создает поистине захватывающее сенсорное переживание. Еще одним отличительным аспектом тайского массажа в Паттайе является акцент на рефлексологии стоп. Опираясь на древнюю китайскую практику стимуляции точек давления на стопах, терапевты в Паттайе отточили свое мастерство в этой специализированной технике. Каждым точным прикосновением они стремятся облегчить недуги по всему телу, способствуя общему оздоровлению. Паттайя, рай для любителей оздоровительного отдыха, может похвастаться множеством массажных центров, каждый из которых предлагает свою уникальную атмосферу и опыт. От роскошных спа до скромных уличных салонов, здесь вы найдете массаж на любой бюджет и предпочтение. Тем, кто ищет погружение в культурную среду, обязательно стоит посетить спа-курорт Healthland. Этот обширный комплекс, оформленный как традиционная тайская деревня, предлагает широкий спектр массажных процедур, включая традиционный тайский массаж, ароматерапию и травяные процедуры. Если вы предпочитаете более интимную обстановку, школа массажа и спа-лег-массаж станет тихой гаванью вдали от городской суеты. В этом скрытом от посторонних глаз месте работают опытные терапевты, прошедшие обучение различным техникам массажа, которые предлагают индивидуальные процедуры с учетом ваших потребностей. Если вы ищете избавление от мышечного напряжения или просто хотите провести время в спокойной обстановке, массажные центры Паттайи станут для вас настоящим убежищем для восстановления сил.
Помимо способности снимать стресс, тайский массаж обладает множеством преимуществ для здоровья, которые привлекают людей на протяжении веков. Сочетая в себе точечный массаж, ассистирующие растяжки и энергетическую работу, эта целостная практика направлена на поддержание как физического, так и психического благополучия. Одним из наиболее хорошо задокументированных преимуществ тайского массажа является его способность облегчать мышечную боль и улучшать гибкость. Ритмичные сжатия и растяжки помогают снять напряжение, уменьшить воспаление и увеличить диапазон движений. Тем, кто страдает от хронической боли, регулярные сеансы тайского массажа могут принести столь необходимое облегчение. Более того, было доказано, что тайский массаж улучшает кровообращение, укрепляет иммунную систему и способствует лимфодренажу. Стимулируя поток энергии по всему телу, он помогает выводить токсины, уменьшать усталость и повышать общую жизненную силу. Независимо от того, стремитесь ли вы избавиться от физических недугов или просто хотите улучшить свое самочувствие, целительная сила тайского массажа неоспорима. В Таиланде массаж – это больше, чем просто спа-процедура, это неотъемлемая часть культуры, тесно связанная с древними традициями и верованиями. Передаваемый из поколения в поколение в семьях и храмах, тайский массаж воплощает в себе трепетное отношение страны к целостному благополучию. Основанный на буддийских принципах сострадания и взаимосвязи, тайский массаж рассматривается как акт доброты, способ восстановить баланс и гармонию тела, разума и духа. Эта практика способствует развитию чувства общности, объединяя людей через прикосновение и общий опыт. Традиционный тайский массаж также тесно связан с понятием метта, которое включает в себя доброту, сострадание и добрую волю. Терапевты подходят к своей практике с глубоким уважением и намерением не только облегчить физический дискомфорт, но и способствовать эмоциональному и духовному благополучию своих клиентов. Именно этот целостный подход отличает тайский массаж, делая его поистине преобразующим опытом. Паттайя, известная своей яркой ночной жизнью и потрясающими пляжами, также стала популярным направлением оздоровительного туризма. Обилие в городе массажных салонов, спа и оздоровительных центров привлекает туристов со всего мира, стремящихся ощутить на себе целительную силу тайского массажа. Для многих туристов поездка в Паттайю не будет полной без традиционного тайского массажа. Это возможность погрузиться в местную культуру, ощутить на себе терапевтические преимущества этой древней практики и вернуться домой отдохнувшим и помолодевшим. Популярность тайского массажа не только способствовала развитию туризма, но и создала множество рабочих мест для местного населения. От квалифицированных массажистов до владельцев спа-салонов и производителей травяных компрессов, эта отрасль является источником дохода и дает возможность людям с особыми навыками. Ваш первый опыт тайского массажа может быть как захватывающим, так и немного пугающим. Чтобы вы могли получить максимум удовольствия от этого древнего искусства врачевания, предлагаем вам несколько советов. Выберите правильное место. От роскошных спа до скромных уличных салонов. Паттайя предлагает широкий выбор вариантов. При выборе массажного центра учитывайте свой бюджет, желаемую обстановку и конкретные потребности. Общайтесь со своим терапевтом. Не бойтесь высказывать свои пожелания, будь то желаемый уровень давления, зоны воздействия или любая аллергия, которая у вас может быть. Открытое общение обеспечит более индивидуальный и приятный сеанс. Наденьте удобную одежду, вас попросят переодеться в свободную одежду, предоставленную массажным центром. Избегайте ношения тесной одежды, которая может сковывать ваши движения во время массажа. Расслабьтесь и отпустите ситуацию. Тайский массаж включает в себя множество растяжек и манипуляций, поэтому важно расслабить тело и позволить терапевту направлять вас. Примите ощущения и позвольте себе погрузиться в состояние глубокой релаксации. В самом сердце Паттайи, где древние традиции встречаются с современной жизнью, тайский массаж предлагает убежище для тела, разума и души. Если вы ищете избавление от физического напряжения, минуты спокойствия или более глубокой связи с тайской культурой, это древнее искусство врачевания обещает преобразующий опыт. От искусных рук опытных терапевтов до успокаивающей обстановки массажных центров, Паттайя представляет собой идеальное место для начала вашего путешествия в мир тайского массажа. Позвольте ритмичным движениям, мягким растяжкам
и приемом точечного массажа снять стресс и восстановить баланс вашего существа. Отдавшись целительному прикосновению, вы поймете, почему тайский массаж покоряет мир на протяжении веков. Это опыт, который выходит за рамки релаксации, оставляя вас не только помолодевшим, но и глубоко связанным с яркой культурой и древней мудростью Таиланда. Ощутите на себе целительную силу в Паттайе и отправьтесь в путешествие к оздоровлению и самопознанию.